Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то я дождался свою серебряную кнопку. Спустя год она прибыла на наше судно и пополнила наши запасы. Трюма, как известно, нашего судна уже ломятся от серебра и золота. Вот еще кусочек серебришка нам в арсенал. Итак, ну что, давайте. Вот, собственно, сама коробка. Вот, как мы видим, надпись «Дарумель СК». Ну, видимо, это я. Думаю, они не ошиблись. Ой, так, ну окей, давайте мы сейчас скроем коробчонку. Моряк долго ждал эту посылку. Как же долго я ждал эту посылку. Так, где она тут скрывается? Так, сейчас будем разбираться. А, здесь еще надо снять. Так. И вот эту херню надо отрезать. Надеюсь, не прошелся ножом по кнопке. Так. О, мой бог, о, вот это да. Здесь такая надпись YouTube. Rommel SK, да. То есть это, ну это, наверное, мое, да? Не ошиблись они? Ну, похоже на то. Не думаю, что где-то есть еще такой экземпляр. Здесь, собственно, такая вот коробочка. Так, здесь надпись от письмишка, короче, послание на наше судно. Короче, ты just done something. Короче, ты что-то очень какой-то там создатель, издатель. Ты имеешь больше 100 тысяч матросов на своем судне. Мы знаем о чем-то там. Короче, ладно, переведем потом. Отложим это сюда. Так, здесь у нас какой-то кусочек поролончика. Ух ты! Вот она, кнопочка. О, мой бог! Ну вот она, такая вот у нас. Как? Нормуль? Здорово. По-моему, прикольно. Rommel SK. Блин, мне сначала показалось 3М напечатали. Короче, поздравляем вас со 100 тысячами подписчиков. Вот здесь даже гвоздики есть, все дела. Ну, такая вот она. Кнопочка серебряная. Супер. Так. Ну и, собственно, что тут? Сама коробка. Что мне присылают? Ну, поролон. Будем оборачивать колоды. От победителя отправлять. Ну, такая кнопка. Ну что, прикольно. Интересно, это настоящее серебро? Думаю, вряд ли. Надо будет попробовать распилить его ножовки по металлу. Пройдемся раз. Ну, друзья, в общем, на нашем судне теперь есть официальная награда от Ютуба, серебряная кнопка, бла-бла-бла, все дела. Ну что ж, моряк очень доволен, моряк рад, то, что у нас теперь это... Ну, в общем, друзья, у нас тут камера сдохла, пришлось, молясь, переснять и доснять вот этот сюжет. Ну, короче, серебряная кнопка у нас есть, теперь курс на золотую и будем двигаться к этой цели. Золотая — это сколько? Золотая — это за миллион дается. Миллион? Да. Ну. Вот такая вот кнопочка теперь у нас будет в арсенале. Ну что, куда ее денем? Повесим на стенку, на самое видное место. Понятно. Ну, короче, вот такие вот новости на нашем судне. Ну что ж, друзья, я рад, что вы со мной. Я рад, что благодаря вам я эту кнопку наконец-то получил. Потому что не подписывались бы вы, значит, ничего бы у нас и не было. Но так как вы, значит, подписываетесь, значит, вам нравится мое творчество, значит, я буду продолжать снимать и курс на миллион. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и пусть боги моря и небес, как прежде, вам сохранят.